Красавцы Лав Радио. Ярослав Парамонов и Никита Матов. С утра с нами Саяна. Подтягивайтесь плавно. Реализуем планы. Любви потоки явно. С утра с нами Саяна. Реализуем планы, любви потоки славно! Приветики! Вау, доброе утро! Доброе. Какие песни! Утро. Ну, конечно, мы тебя ждали очень сильно. Очень приятно. Мы настраивались, а сейчас, вот, ну, я думаю, ты тоже испытал это ощущение, чек, да? Чек. Все какие-то слова были в голове, они все потерялись сразу, потому что Яна, надо сказать, выглядит просто невероятно. Вот... Вау, спасибо большое. Это, знаешь, доброе утро, ребята. Доброе утро. Это тот случай, когда в студии стало жарко сильно заранее до твоего прихода. Мы уже... Лето. Прошло. Принесла я в вашу студию. Ты принесла к нам его. Как твое утро? Да бодренько, как я уже с 6 утра туда-сюда. Вот и к вам приехала наконец-то. Я была в школе. Да ладно. Я готовила завтрак, одни я пятерки. Готовила себя. Да, одни пятерки. Ну, знаешь, наконец-то ты у нас в гостях. Мы наконец-то приветствуем тебя в нашей студии и хотим в самом начале сказать спасибо за тот драйв, который ты подарила на нашей презентации песни «Танцуем». Мы до сих пор под впечатлением ходим. Серьезно? Оба. Ой, мне очень приятно, да. Я впервые была... Впервые вообще слушала вашу музыку. Я вас тоже поздравляю с презентацией, с новым спасибо. Треком. Да, вы молодцы. Очень позитивные ребята. Я думаю, что все получится. Мне было приятно спеть для вас тогда. Спасибо большое. Спою еще. Взаимностей будет больше, ну, от нас в частности. Сегодня мы послушаем твою работу «Улетай». Вот. Да. И это первая работа на 100% твоя, правда? Да. Я написала эту песню. Совсем недавно мы ее выпустили. Вот, это песня о любви. Правильно? 23 сентября, да? Я не помню даты. Мы помним, мы за тебя должны это делать сегодня. Сведением и записью тоже сама занималась? Нет, у меня есть моя команда, которая сейчас живут в Европе. Вот, ребята, земляки мои. Вот, поэтому я из Киева. И мы работаем уже давно вместе. Эту песню я написала, они ее доделали. У меня была идея, как она должна звучать. Ну и, в общем, под впечатлением любви, наверное, конечно же, откуда все рождается, да? Ну, кто-то пишет от грусти. У меня так не получается от грусти. Ну, как бы... Но грустные песни писать проще, чем веселые. Это же факт. Это правда. Когда человек счастлив, чем ему вдохновляться? Должен быть сложно, да, поэтому как вот. Хотя вот у меня песня о любви, но она немножко грустная, но такая, может быть, о любви, которая уже закончилась, но нет. Сколько интриг ты повесила сейчас в воздухе? В одном из интервью ты говорила, что это песня о сильной связи между двумя людьми, о чувствах, которые уносят на другую планету, и что на ее создание тебя вдохновил особенный человек. Но что за человек, в том интервью ты не сказала. А вот нам скажешь? Да, это песня о таких чувствах. Но вы же представляете, вы же знаете, когда приходит вот та влюбленность, потом, наверное, любовь, и когда вот происходит первый поцелуй, что происходит у вас внутри, да, в голове? Там все искрится. Вы просто покидаете эту планету. У вас нет земли под ногами, да? Она становится ватной, мягкой, и вы уже не на этой планете. И это как такой другой портал. И я вот это и как бы написала эту песню «Скорее улетай, планету эту покидай». Не нашу прекрасную планету, но планету... Да, реальности, бытовых всяких штук, да, и когда вы любите друг друга, ищите свою, ищите свой портал и улетайте туда, это круто. Говоришь, как Рик из сериала «Рик и Морти», ищите свой портал. Серьезно? Сейчас мы удостоверимся в том, как ты смогла запечатать этот момент своей песни, тебе гарантируем, что в этом часе мы запечатаем самые приятные эмоции, и максимум из них подарим тебе, конечно же. Ну и всем, кто нас слышит. Естественно, красавцы Лав Радио, Никита, Ярослав и Саяна. Яна, у нас сегодня в гостях. Твоя песня «Улетай» прямо сейчас. Красавцы Лав Радио. Костяк, привет. Привет, доброе утро еще раз. Просыпаемся вместе, и вы сами сможете убедиться в том, как мы с Ярославом расцветаем рядом с Саяной на нашей видеоверсии эфира на нашем YouTube-канале, конечно же. Вам вообще надо... Нет, вообще знаете что? До того, как мы выпустим полную версию, конечно, мы же делаем короткие срезки и выкладываем в наш Telegram-канал. Просто заходите и смотрите, насколько красиво. Лав Радио, нижнее подчеркивание, очень офишал. Красиво. Заходите очень красиво. Обязательно, скорее, уже сейчас. Ага, помогла нам, спасибо тебе. Ну давай, скажи, про спойлеры что-то. Что ждет? Вас ждет там непревзойденная красота. Всем доброе утро. И сегодня только на Лав Радио два красавца и одна
Красотка. Да, абсолютно верно. Сегодня с нами я. Ладно, мы это уже сделали. Было, а что, можно было еще раз? Очень весело было. У нас еще полно песен впереди, но сейчас разбираться давай с твоей «Улетай». Тут такой текст. Если чувствуешь меня, ты не лукавь. Посмотри в мои глаза и улетай. На планету нашу там, где оживаешь воздухом, моим себя ты наполняешь. Вот. Мы правильно понимаем, что ты отпускаешь мужчину, чтобы он воссоединился с каким-то пространством, с другой планетой? Ну, метафора... Планета под именем Саяна, ну да, да, конечно. Просто, ну как-то странно, ты говоришь, посмотри в мои глаза и улетай. Как будто бы мы представим, вместе, что шарик вместе. Вы выпускаете. Вместе улетай. Да, не от нее улетай. Посмотри, ты понимаешь, когда он увидит, что у меня в глазах, он улетит. То есть получается метафора в том, что он улетит в твои глаза. Да, не вместе... улетит. На... А вместе вы не полетите никуда? Это такое? Ну как это, мы улетим в наш портал вот. Любви, понимаешь? Но это погружение... Мы покинем эту планету. Внутрь тебя получается? Да, да. Я в него, он в меня, понимаешь, глаза наши соединились, энергия, все дела, понимаешь? И мы улетели на другую планету по имени Любовь. Прикольно. А где это? На даче или в... У каждого же эта планета в разных местах, понимаешь? Разного цвета, разной формы. Мне представился загородный дом, второй этаж. Я тоже захотел. Ну прекрати. Теплая вот эта труба. Шашлык еще накинь сюда. Теплая труба, камина, вот это все. Вот видишь, у тебя эта планета, у меня она какая-то вот вообще неземная. Она где-то... Нет, не на этой планете. Вот она вообще другая, понимаешь? Она такая какая-то бархатная, такая... Такая красная. Ага, записываешь, конечно. Страсти. Пиши, пиши, погромче клацай там. Да-да-да. Бархатная. Красного цвета. Ага. И одни сердечки вокруг. И только мы вдвоем. Так это все мило, так по-девчачьи. Как среднестатистическое такси в Сочи. Да, мужчины сейчас послушали, такие, чего? Чего? Да нет, нет. Какая бархатная. На самом деле, я уверен, что мужчины меняются с годами. Очень много романтически настроенных мужчин, поэтому... Было пробитие. Ну, пускай они остаются мужественными раз-раз при нем. Они такими, да, бархатными. Используя на максимум нашу мужественность, деликатность. Это обязательно будет. Ты можешь как раз-таки этим заниматься. И, кстати, звуки классные издаешь. Если можно их зафиксировать. А потом это можно как сэмпл в песне. А тогда давай, подожди сейчас. Давай. Есть, все. Записали. Ну давай перейдем к нашей рубрике, где ты будешь просто слушать и получать удовольствие. Звездная нежность. Это наши для тебя слова любви и восхищения просто так. Стартуй. А я начинаю, да? Да? Сегодня ты. Ну да. Поехали. Яна, как только я тебя увидел, я был настолько очарован, что на секунду потерял дар речи. Ты помнишь наверняка этот момент. Для радиоведущего потерять дар речи – это страшное событие. Но знаешь, рядом с такой девушкой одно удовольствие и просто помолчать. Потеряй сейчас же. Так, не на правах рекламы. Яна, не знаю, встречалась ли тебе газировка Саяны, но для меня ее вкус – это одно из самых ярких юношеских воспоминаний. Ну ладно, вот это и еще... фильмы для взрослых. Я думала, ты о реке Саяну. О ней тоже потом поговорим. Газированная река Саяна. Для тебя я даже реку наполню. Яночка, Саяна. Рядом с тобой, я уверен, раскроется любой мужчина, став лучше. Если бы начался ливень, я бы раскрылся зонтом над твоей головой. Если бы начался пожар, я бы раскрылся батутом под твоими ногами. Если бы ты была детективом, я бы стал раскрытым делом. Ну, а ночью я был готов бы замерзнуть. Для тебя одеяло не жалко. Какое самопожертвование. Раскрылся мужчина. Яночка, если вдруг спросишь меня о том, где я мечтаю провести новогодние каникулы, то, вне всякого сомнения, я назову золотые водопады твоих волос. Аккуратней. Взглянул сегодня на небо и вдруг понял, почему оно было пасмурным. Все самые красивые цвета в твоих глазах. Мальчики, ну вы даете, конечно. Яна, знаешь, бывают звуки для сна. Если вот ты, например, решишь записать подобный подкаст и будешь, например, там трещать, как костер, или, я не знаю, петь, как прекрасный кит, то у меня сны точно будут просто сумасшедшими. Там будет чайка. О, боже. Пожалуйста, не останавливайся. Несите хлеба. Чайка. Несите хлеба. Дайте хлеба. Хлеба, хочу хлеба. Я не ела. Пробуйте, никогда не кормите чаек алкозельцером. Это правда.
Яночка, ну плохой опыт. Есть небольшая просьба к тебе. Можешь ли ты определить, кто тебе понравился больше в комплиментах, потому что у нас тут целый спор с Никитой. Ой, ну боюсь, чтобы тут драки не было. Поэтому вы прекрасны. Ваши голоса могут озвучивать голливудские фильмы. Оу, oh, можете это... еще целый час поговорить для меня? Обязательно. Яночка, да запросто. 1-1, правильно понимаем? Конечно, победила дружба. Ну тогда мы оба скажем нашу фирменную фразу. Яна, сегодня ты была... Официально отнежена красавцами Love Radio. Красавцы Love Radio. У тебя вкус к музыке отличный. Мы знаем, что ты занимаешься музыкой с детства. И мы знаем, что ты радовала семью импровизационными выступлениями. Так ли это, скажи? Да, я занимаюсь музыкой с 8 лет, это как бы моя жизнь, и я знала, куда я хочу прийти, я знала, что хочу петь. Я закончила институт музыки имени Глиера в Киеве, я преподаватель вокала, у меня есть свои ученики, детки, в общем, я училка. А ты нас возьмешь к себе? Ну, конечно, я, кстати, хотела вам предложить. Не, на полном серьезе. Я серьезно, да, я хотела об этом поговорить, потому что вы крутые, классные песни, но все равно, это же дыхание. Это все, это очень тяжело. А вы танцуете, да. Вы много говорите, вам нужно правильно говорить. Вы правильно говорите, но, может быть... с дыханием, может быть, там есть какие-то моменты, которые вам помогут. А может быть, тебе кажется, что мы дышим как-то не так, потому что ты рядом с нами? И она перехватывает дыхание. Да, это да. Ну, кстати, на уроке тогда так же будет. Так, нужно взять себя в руки. А мы будем с завязанными глазами. Ну, при свечах. Может быть... Ой, не то. Не туда немножко свернул. А бечевку не берем, получается, с собой тоже, да? Нет. Я имел в виду веревку. Да, мы так поняли. Я не имел в виду, что со мной плюс один. Да, да. Так, ну серьезно. Серьезно, я вас жду на уроках, поэтому... Принято, договорились. Я вас приглашаю. Слушайте, ну все. Секси. Это то, что нужно. Это кто сказал? Что за женщина? Наша подруга. Никаких женщин, кроме тебя, только ты здесь. И главные вопросы в нашей специальной рубрике. Как ты это делаешь? Саяна, как ты пишешь песни? Скажи, пожалуйста, с чего ты начинаешь, что идет дальше, когда наступает пауза, либо критический момент? Ой, ну, ребят, ну это все так по-разному, так индивидуально у всех, да? Вот крайнюю песню, она еще не вышла, но скоро выйдет. Я полпесни написала в машине в пробке. Ну, просто оно как бы так раз приходит. Мотив приходит тебе. Если... Мотив или... и слова. Надо вот сказать, мне пришли. Скорее всего, там, ну, гнев и крик, да, в припеве? Ну, там прикольно будет. А, да? Да. Ну, ты негодуешь, раз это пробка. Но там, наверное, о расставании, да, с мужчиной. Хотя я как бы не расставалась и не была в ближайшем времени образ, в отношениях. Но для меня, да, я понимаю, что переживают девушки, когда расстаются. Потому что мы были в этих состояниях. Я понимаю, когда влюблены, понимаю, когда расстаются. Угу. И мне поэтому не тяжело об этом написать. Вот. И о том, что иногда мы бываем просто такие невыносимые с мужчинами рядом. А потом как бы раз... Нет, такого уже... не бывает. Вообще. Абсолютно никогда. Придумываешь ты. Да, это все мои иллюзии. Вышел за кофе, она уже песню написала. Все, ушел, бросил меня. И сама ушла, собрала вещи. Как вариант, машина посреди дороги так и осталась. Милая, я же ходил тебе за кофе и за Макдональд. Девочки, такие девочки. Как ты это делаешь? Красавцы Love Radio. Красавцы с тобой, мы продолжаем. Сегодня у нас в гостях великолепная Саяна. Приветики. Hello, доброе утро. Ян, твой музыкальный бэкграунд, он очень богатый. И мы хотели бы вот разузнать про группу «Железные пилюли». Iron Pills. Iron Pills, «Железные пилюли». Да. Ну да, если перевести, это «Железные пилюли». Звучит как наказание кого-то, кто шкодит. Сейчас «Железных пилюль» получишь у меня. Или как будто бы это панк-рок какой-то был. Ну нет, это была крутая музыка. В общем, мне было, наверное, 21 или 22. У меня был лучший друг Константин, певец Константин. Вы, наверное, Ника знаете. Слышали. Да. Очень талантливый парень. В общем, был моим лучшим другом. И мы решили создать группу, которую мы очень долго думали, как же назвать, как-то странно нужно назвать, как-то прикольно. И решили, что Iron Pills, железные таблетки, это как витамины от всего, знаете.
знаешь, которые витамины, фул, типа, все там, витамин D, все железные. Судя по всему, железные таблетки. Железные таблетки. Ну, понимаешь, нам-то было по 21, мы не могли что-то там, вообще что-то другое думать. Вот, и мы создали этот дуэт. И у нас была музыка, которой еще тогда не было, 80-й, никто не делал такую музыку, если сейчас послушать, там офигенная была музычка тех времен, все, конечно, не понимали, что вы делаете, что за музыка, как вообще странно. Вы обогнали время в тот момент. Как принято говорить, сделали это до того, как это стало мейнстримом? Да, да-да-да, но никто нас не знал, мы были no name, как говорят, вот, и мы пели, у нас были концерты. Да, по Украине очень много концертов, но все на нас странно смотрели. Очень как-то вроде и приятно слушать, да, та музыка 80-х, но какие-то в современных костюмах что-то какие-то дикие, да. Но прошло сколько, 5-6-7 лет, и эта музыка стала как бы топ. Ты увидела в моих глазах, что я посчитал, сколько прошло. Да-да-да, ты так прикольно считал. Раз-раз-раз по потолку, так везде глазки. И ты так смотришь на меня, намекаешь, что не говори, сколько точно. А я 5, 6, 7, ну хватит, остановись. Я понял, да, 7 — это нормальный лимит. Красавцы Лав Радио. Доброе утро всем. Еще раз доброе утро и еще один вопрос в рамках нашей супер-рубрики. Как ты это делаешь? Саяна, как ты понимаешь, что рядом достойный мужчина? Понятно. Но вот когда он будет рядом, достойный мужчина, я пойму, я приду к вам в гости и расскажу. Ребята, я поняла, вот это он. Обсудим его. Мы всегда для тебя открыты. Я с ним приду, да. Как ты это делаешь? Красавцы Лав Радио. Да, мы здесь, и сегодня с нами утро встречает неотразимая Саяна. Она сейчас прямо снимает видео, мы ей машем туда зайчиками. Доброе утро, еще раз привет всем. Привет. Все видеоматериалы, конечно же, в телеграм-канале Лав Радио, нижнее подчеркивание, official есть. И туда мы подгрузим сейчас кое-что еще. Да, конечно, но прежде чем будем подгружать, вот такое. Baby Balloons. Угу. Для кого-то да. Это вот новое какое-то любопытное словосочетание, кому-то ни о чем не скажет, но для тебя не пустой звук. Речь о собственной коллекции NFT. Расскажи нам, Яна, что это такое? Да, я создала свою коллекцию NFT, но уже вторая есть. Первая коллекция NFT Baby Balloons. Действительно, такие разные фигурки в виде шарика. Знаете, когда? Глянцевые собачки. На мероприятиях детских крутят тебе вот эти вот штуки. Совместно с MediaCoin мы создали коллекцию NFT. За 4 дня она была. За 4 дня раскупили, да. Очень интересно. Но это будущее. Это будущее. А у тебя у самой остался вот этот вот... Да нет, все продала уже. Может, серьезно? Нет, у меня нет ничего. Ну и любимого, соответственно, тоже нет любимой работы. И среди вот этих вот... Шариков, баллонов. Что ты имеешь в виду? Ну, самой NFT-шки. Какая любимая твоя? Нравилась. Моя любимая, это вторая коллекция. Там, где я... В масках. Не видели вы? Нет, еще. Там такая девушка кучерявая. Ты покажешь это нам? Это я. Конечно. Покажу вам. Вот, это вторая коллекция NFT. Тоже совместно с MediaCoin мы создали очень крутую. Там женщина. Она богиня. Ну, богиня. Вот, в разных масках и интересных костюмах. Вот тоже очень хорошо покупают. Очень интересно это все. Да. И у меня есть одна осталась. А вот эти моя любимая. Костюмы, они аналоги в жизни имеют в реальной или... У меня первый мой маленький альбом был такой «Музыка с Востоком». Ага. Я была 6-7 лет назад, я была на «Голосе Турции». Угу. Я стала единственной девушкой-финалисткой. Там. Капец, ты крутая. И, ну, Турция меня очень хорошо приняла. Я пела турецкий... Ну, это удивительно. Посмотри на себя еще раз в зеркало, и сразу станет все понятно. Конечно, они все такие, опа. Слушай, ну, могло бы быть по-другому. Все могло бы быть по-другому. Ну, не стало по-другому. Знаешь, как, ну, как бы турецкие девушки, женщины, вот кто смотрит, да, они сидят дома, смотрят за детками. Ну, конечно, многие работают, но кто смотрит эфиры голоса? Мужчины
понятно, что они в делах, в работе. Большинство женщин, девушек. Я думаю, что когда будет первый эфир, точно меня выгонят. Ну, 100%. Прямой эфир, там, где голосование, да, идет. Обзавидовались. Выбирают типа. И выбирают. Ага. Следующий эфир. Опять выбрали. Следующий. Опять выбрали. Потом я пела украинские народные песни и пела турецкие песни. И древние, и современные. И люди просто в шоке были. Они не понимали, кто это поет. Она же не турчанка, почему она без акцента поет? Я так умела перенимать. И им это нравилось, наверное. Этот скилл тебе очень сильно понадобится в нашей следующей истории, в нашей следующей игре, которая как раз-таки для тебя специально была создана. И носит она название у нас «Танцуем и поем». Или «Поем и танцуем». Танцуем. Одно из двух. Поем. Уже у тебя появился листочек, и там заветные слова, конечно же. Нужно будет спеть простую и прикольную современную популярную песню. Да, тебя идет кругом голова, некуда деваться. Свет, синий цвет, ты ближе, кого нет. Нами лежат танцы. Ой, как хорошо сейчас стало вообще. Кто это спел в конце? Никита. Ну, мы там вместе пели, да. Но это Никита. Это все не важно. Мы хотим послушать, как у тебя получится. Да. Потому что наверняка ты сейчас как облагородишь нашу песню. Готовы? А мы вместе споем, да? Мы начнем немножко на бридже, потом ты чуть-чуть, а мы на второй части присоединимся. Поехали. Ага, давайте. Танцуем. Накрыло нас в этом танце. Да. От тебя идет кругом голова, некуда деваться. Свет, синий свет, и ближе никого нет. Нами вижу танцы. От тебя идет кругом голова, Саяна. Никуда деваться. Никуда деваться. Свет, синий свет, и ближе никого нет. Нами вижу танцы. Кайф! Красавцы Лав Радио. Как ты? Как ты это делаешь? Саяна, как ты относишься к сплетням? Плохо. Ну а сплетни все сама. Да, можно и запечатать. Да, ты понимаешь, конечно же, обсуждаем с девчонкой. А вот ты знаешь, а ты... А потом все, прекрати. Это грех. Не надо сплетничать. Ну, пока вот этот звоночек не зазвенит, вы обсуждаете. Ну да, вот да. Но звоночек звенит как бы достаточно быстро, слава богу. Но, естественно, мне кажется, это в крови у каждой девушки, да? Обсудить что-то. Да не только у девушки. А, кстати, парни... Бывают и похлеще. Еще похлеще. Так это 100%, мы поэтому и спросили. Но есть же нюанс в сплетнях. Одно дело, когда вы, например, с коллегами по работе обсуждаете коллегу по работе, а другое дело, например, ты приходишь домой и негодуешь относительно других людей и с домашними делишься. Это считать сплетней или это все-таки... Ну, нет. Это, наверное, не сплетни. Ну вот и все, и мы получили... Но это же нужно обсудить же все темы. Саяна сказала, по чуть-чуть можно, 2-3 раза в день делай, и ничего болеть не будет. Как ты это делаешь? Красавцы Лав Радио. Напоследок мы хотим тебе сказать, что... Ну, напоследок я скажу. Поговорим о любви, потому что, ну, так принято и так круто заканчивать наши встречи. И ты, естественно, не избежишь этого вопроса в нашей постоянной рубрике. Разговор в тишине. Саяна, что такое любовь? Говорят, что есть такое чувство. Но когда я его почувствую, я к вам приду с ним. Я не знаю, ребят, мне кажется, если человек любил или любит, он может легко сказать, что я люблю, да? Не бывает в прошлом любви. Это, мне кажется, была влюбленность, а любовь в будущем меня ждет. И я вам расскажу, что это. В следующей нашей встрече, дай бог, а может через лет 10. Мы пожелаем, чтобы это случилось как можно скорее. Спасибо. Сегодня у нас в гостях была Саяна, красавцы Лав Радио, Ярослав Парамонов и Никита Мартов. На космобайке улетает это утро вдаль. О том, что времени так мало, нам безумно жаль. Она волшебная, красивая, волшебная, как мана. Она не такая. Хочу уходить, не хочу. Спасибо Саяна. Вам большое. Красавцы Лав Радио. Ярослав Парамонов и Никита Мартов.